На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко. На этот пост он был назначен в 1991 году. Спустя три года Сергей Терещенко ушел с руководящей должности, но продолжал вести активную общественно-политическую деятельность. До обретения независимости республики он занимал высокие партийные посты, был первым заместителем председателя Совета министров, работал в Верховном Совете Казахской ССР, был заместителем президента. Сегодня Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Сергея Терещенко, подчеркнув, что его неоценимый вклад в развитие республики.